Вопрос о рынке недвижимости Большого Торонто. Что происходит и есть ли предпосылки восстановления рынка? Мы на полном парах идем в рецессию. И как бы рецессия необходима для банков, потому что надо остановить инфляцию. С другой стороны, они не хотят войти в глубокую рецессию. И вот они сейчас взвешивают, с одной стороны, инфляцию, с другой стороны, рецессия, и боятся получить инфляцию и рецессию вместе. Я явно вижу, что pre-construction рынок, который был абсолютно мертвый, скажем, практически весь 2022 год, какое-то оживление началось сначала, с конца ноября, я бы сказал так, он начинает шевелиться.